жителей всегда много вопросов, которые касаются деятельности правоохранительных органов. Для того, чтобы граждане могли получить ответ, два раза в год сотрудники полиции Ленинского округа проводят встречи с населением, на которых они информируют об обстановке в муниципалитете и отчитываются о проделанной работе. Участковые будут выступать с докладами о том, какая оперативная обстановка в настоящий момент на их участках, сколько было раскрыто преступлений, сколько допущено. В ходе собрания все те, кто обратился к участковым, получили ответы на свои вопросы и остались довольны работой сотрудников полиции. Обратился с проблемой нарушения тишины в ночное время соседями. Неоднократно писал заявление. Сейчас получил полноценную консультацию по дальнейшим своим действиям. Есть некие вопросы касаемо съемных квартир, касаемо порядка общественного порядка около дома, когда на улице, в подъезде распевают, около дома распевают. Такие вопросы регулируются. Перед собравшимися участковые отчитались о проделанной работе. Муниципальные депутаты также принимали активное участие во встрече. И здесь мы имеем возможность, это вот в прямом диалоге, вот мы видим, сколько живых у нас людей пришло сюда, да, чтобы пообщаться, поговорить, где-то отставить даже заявления, здесь они принимаются. Ну и, соответственно, как бы я с точки зрения как и депутата, и как руководитель СМИ приветствую, и это поддерживаю полностью. Сотрудники полиции будут и дальше проводить подобные мероприятия для того, чтобы сделать свою профессию более открытой, а жизнь в муниципалитете безопаснее. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.